Ставь лайк и подписывайся на канал, если у тебя напарник тоже дегенерат. Всем привет, дорогие друзья. Ну что ж, испытание 2 на 2 пройдено. Правда, блин, честно сказать, это испытание 2 на 2 не с мега-рыцарем, это испытание 2 на 2 с напарником, дегенератом. Ребята, я не знаю, честно, вот кто прошел это испытание с первого раза, я не удивлюсь, да, окей, такие люди есть, я знаю, Зебраил даже прошел с первого раза, вам круто повезло, вы не представляете, какие дегенераты подбирались мне. Я пытался это испытание пройти сам, и я не вру, его прошли мне. Вы сейчас увидите отрывок, как мы с котом это испытание вместе, как можно сказать, проходили. Он играл, я комментировал, в общем, мы там вместе. Но мы потратили на это 4 часа. Я вставлю отрывки неудачных дублей. Мы сделали, я не знаю, сколько попыток. Давайте покажу вам, что уж тут раскрывать. Так, где посмотреть? А, вот турниры. Смотрите, ну блин, ну тут не все поместились, конечно. Раз попытка, два, три, четыре, пять. Ну там до этого еще было где-то так же попыток. Ай, блин, я не знаю. Напарники выбрасывают надгробие за королевской вышкой. Они ставят сборщик дефа, дефаются от хога сборщиком. Они бросают фаербол на королевского гиганта, когда позади стоят 4 лучницы. 4 лучницы стоит, мне нечем задефать. Мой напарник берет фаерболом по роял гиганту. Ему плевать, что 4 лучницы стоят, дамажат. Господи, такую дичь творят. На голема просто так, просто идет голем, он на него бросает молнию. Я попытаюсь нарезочку сделать, вам вставить эти моменты, где напарники реально дегенераты. Серьезно, что ли, да? Вот так вот, блять, просто вот так вот. Ой, ты меня не слышал, как у меня горело. Какой болди, блядь! Сука! Так напрягли, вот ну, давай. Я сейчас лаву кинул, ну серьезно. Ой, кобздец, ой, кобздец просто. А? Вот зачем он лаву серьезно кинул? Я не понимаю, вот что это значит? Ой-ой-ой-ой-ой, только не это. Походу, что-то вам... Все. Фак, да, вообще, что-то жесть. Нет, я не хочу, блин. Не... Ну, вот зачем он сейчас серьезно это кинул? Я не понимаю его. Все. А, блин. Да ну, пиздец. Вот... Блядь, да все, нахуй. Нет, серьезно, такой... Такой дегенерат. Вот яд кидает, он знает, что не хватит. Не хватит, там нифига. Я не знаю, как мы будем бустить испытание. Это просто полный ад. Мы его еле прошли мне. Ну, пару бустов уже сделали, конечно. Но все равно, конченое испытание. Ребят, не знаю. Если вы не согласны со мной, можете написать в комментариях. Я не согласен, испытание легкое. То есть, не знаю. Напарники дегенераты. Не знаю, кто будет со мной спорить. Ладно, смотрите сейчас отрывочек, как мы проходили это испытание. Вот, а потом мы откроем сундук. Так, ну что, я готов, поехали в бой. Поехали. Давай. Ага. Поехали, поехали. Какая это у нас уже так, попытка? Так, ну что, у меня ледяной дух и гоблины. Беру, понятное дело, ледяного духа. Ледяного духа яд бери. Яд либо стрелы, яд, конечно. Конечно, стрелы. Так, дальше. А лава либо шахтер? Шахтер. Шахтер. Электромах либо лучницы? Электромах. Или я лучницы. Подумал, подожди, ты лаву лучше отдал, а, забирай лучниц. Хорошо. Ух ты, у нас еще и торнадо есть, что-то интересное. Да, лучниц, понятное дело. Ой, мне аж интересно. Так, это сейчас будет 7-я победа, ребят, я просто напоминаю. Вот. Он отдал банду гоблинов, взял бомбера. Ну, он отдал орду скелетов. Ну, я не знаю, ну, мне кажется, что... Что у вас по спелам, по танкам? Кто у вас, говорю, по спелам, по танкам? По танкам ты видишь, что у нас. О, поди, а у нас... Как я могу видеть? А, в смысле? А, ну ладно, ладно, мне пофиг. Ты брал яд. Накрывай, или не надо? А, не, не надо. Нет, пока что не надо, зачем? Шахтером он кто-то дефался. А вот сейчас можно. Бомбер, давай. Давай, давай. Блин, как меня вот этот мега-рыцарь напрягает, когда он агрится прям на вышку и на юнитов. Это не, чей голем? Не сагрился, ты же дурак. Я говорю, напрягает, когда так он агрится. А, смотри, как я могу сделать. И что толку? Вот сейчас бы был бы толк. Ну какая разница, Ваня? Главное, что сделано. Ну да, какая разница? Уже 10-я попытка пройти это испытание. Сколько мы уже сидим? Часа 2 пытаемся пройти. И до этого я еще пытался часа 2 пройти. Это просто жесть. Зебраил, он с первого раза прошел. 9-1. Не, не... А, ну да, 2, 2, как раз 2.
Не, ну я не знаю, ребят, ну честно, если вы прошли это испытание с первого раза, вы просто мега счастливчик, серьезно, вам... Ну вам не подбирались такие противники, как у нас, вам серьезно, честно говорю, то, что делают наши противники, такое надо видеть. Это просто жесть. Фаерболы куда попало, молния на пустую вышку, надгробие за королевской, ой... Четко, все, все просто офигенно. Трешечка. Слушай, по-моему, даже урон вам не нанесли. Не нанесли, как видишь, вообще. Ну, нормально. Так, счет 7-1. Или 8-1. 7-1. 7-1. Поехали. Еще две каточки надо. 400 опять у меня напарник попался. Вот этот вот, чтобы был только что. Давай, такой, давай. Я не понимаю вообще, как подбор вообще реально как идет. Это дисбаланс. Яд. Хотя... Давай следующую карту говори, мне интересно. Шахтер или лава, шахтер. Шахтер однозначно. Мегапринц. Мегапринц. Мегарыцарь. Мегарыцарь. Нет, мегарыцарь. Хотя обычный рыцарь, хотя обычный рыцарь контрит его, но не в этом случае. Вот здесь, когда вот происходит гейпорно на арене, потому что удвоенный эликсир, напарник дегенерат, то есть тут рыцарь не затащит. А что он только что сделал? Нет, он сливает, Ваня. В смысле сливает? Почему ты так думаешь? Блин, он походу реально сливает, я не знаю. Бля, походу да. Мне это уже не устраивает, серьезно. А что он реально только что сделал? Я не знаю, Ваня, меня уже это не устраивает, то есть. Да ну нах. Фак! Что это за дичь? Бай-бай. Господи. Иисусе, помоги. Да нет, что-то он дефает еще. Правда, кто-то пытается вроде как. Ну, жаль, мегарыцаря пропустили. Ну, такое дичь творит, а? Ну смотри. Да блин, что-то вообще говно какое-то. Колдуна... Есть, хоть колдуна забрали. А, у меня подлагало чуть-чуть. Ой-ой-ой-ой-ой, вот этот громовержец вообще был. Бревно нормальное, пушка нормальная. Так. Да, пушка нормальная, вот только... Уф. Надгробие вообще какой-то дебил поставил. Да это он поставил. Что еще сказать? Не, ну смотри, вы держитесь. Знаете, за счет чего вы держитесь? За дай, счет... Мы держимся. Стой, дай скажу, за счет... Ты не представляешь, какую... Ну ты дашь мне сказать, а? Да. За счет дебилизма противника. То есть они все подряд подкидывают, ваши юниты выживают, и за счет этого вы держитесь. Да, именно так. Но твой... Вот опять, что это они творят? Под принцессу кидают... Смотри, знаешь, как надо было твоему напарнику играть с ними втроем? А я бы один их затащил. Нет, тебе бы одного нормального и против троих дебила. Вот. Нет, мне бы X5 эликсир, я бы их сами всех наткнул бы нафиг. Ну это понятно, блин. Слушай, это то же самое, что вдвоем играть, X5 эликсир. Нет, вообще-то нет. Да ну у тебя быстро прокрыл. Я против троих, и выходит, что сейчас скажу. Это X6 должно мне попасться, эликсира. Ну ладно, X6. А так мне сойдет просто X5. Ой, господи, я смотри, все подряд. По-моему, уже было подобное испытание, где все подряд. Вот бревно кто-то слил. Ну, X3 эликсир был. Господи, да. Кто-то... Гоблинская бочка на дудца. Ой. Я просто смотрю ля, на это. Блин, ну чё это, ля? О, я. Башню бомбёжку кидает. Не, это вообще дичь такая. Уматывая. Смотри, на что... На, да. Это уровень арена 5, только им выдали нормальные карты, да, и... Да, именно так. Нормальную прокачку им выдали. Блин, нафига они вообще живут? Ля. Это пипец просто. Это просто пипец. Ну, каким-то чудом вы урон им наносите. О, гоблинская это бочка на фуловую вышку. Это все просто мои вот эти вот... Не, ну противники тоже, согласись, тебя еще спасает напарник, да, дебил, но тебя спасает, что противники еще дебилы. Ой-ой-ой, сейчас что-то сложновато на самом деле. Ай, блин. Бревна нету, да, бревно кинь. Господи. У меня ж нету бревна, это не у меня бревно. Да я ему говорю, бревно кинь. А. Блин, напряжно. Что-то шахтером, это ты шахтером наносишь урон? Да, это все мои шахтеры. Я бы просто, я бы удивлен, если бы он до этого додумался. Туда кинуть яд еще одного шахтера, поэтому дефайте да. Сейчас. Блин, гоблинская бочка на фуловую вышку. Чё? За дичь. О, наконец-то. О, фух, господи. Я пережил это, Ваня. Фу. Согласись, дегенераты, противники и напарники вот сбалансировали игру только что.
Да. Ой, блин, это жесть. Такие, прикинь, они такие зайдут сейчас к тебе в профиль. А, 600 кубков. О, 652, фу. Сейчас еще гляну, что там. 2450. Давай, поехали. И 4000 противников. Я так понимаю, понимаешь? Сейчас решающий бой, да, был? Ваня, это баланс был, это только что был баланс. Да я же это и сказал, это было видно. Мне даже не надо цифры называть, мне было достаточно увидеть гоблинскую бочку на фуловую вышку. Ну, слушай, Вань, короче, у меня есть лава, у меня есть пламенный дракончик, точнее, я могу взять лаву, и у меня есть пламенный дракончик. Но могу шахтера вместо лавы взять. Слушай, ну нет, нельзя пламенного отдавать. Возьми ну, пламенного. У меня и так, лаву, либо Хога. Хога. Окей. Блин, у них три мушкетера, у них Вали, у них Хог, у них ледяной дух. Ну, да спало. Ну, три мушкетера это вообще такое прямо. Да, плохо, что Валя, конечно, не у вас. Да. Ай, так. Блин, а у нас только один, походу. Господи, ну что это за начало игры, ну? Рыцарь, походу, только у нас. Ну да, это у моего этот. Стоп, ну я так понимаю, 8-1 сейчас, не 8-2, правильно? 8-1, да. Ой, ну хоть так, потому что прошлые попытки были как раз вот 8-2 и 7-2 было. И на этом мы как бы завершали нашу. Ох, а я скосил? А нет, все нет. Четко. А, это твоя ракета? Я думал, ох, да, напарник нормальный. Так. Блин, у меня, честно... Голос уже пропадает из-за того, что... А у меня тоже пропадает уже давно. Не могу прям. Ой, блин, в смысле? Как это Хог так побежал? Ты видел? Да. Что за бред? Хотя бы вот это забрать. Да, нормально. Ой. Ух, вообще просто. Нормально засейвили Деда Мороза. Но теперь... Фак. Кто-то у вас... Не ладится. Ну, бревно кинь, бревно, вообще, кто-нибудь. Вообще, ну прыгни, алло. Ну, бревно киньте, кто... О, стрелы. Да, нет, у него... Да, опять побежал куда... Это я блин, подвинул. Ну, серьезно. Ой, еще и Валька, ёптель. Да ну, пламенный лишний был. Пришлось. Понимаешь, гиганта сейчас не остановишь. Ой, господи. Не кидай, ну не надо, ну нет. Он такой, блин, ну... А ты тоже тут затупил. Я понимаю, что я затупил, конечно, но... Ракета, господи, зачем гиганта тогда было бросать? Еще и кладбище подкиньте. Так, что у вас вообще за колоды? У него голем... Да такое дичь, то есть у нас из... Не, ну вообще можно построить хорошую атаку, если с големом что-то скомбинировать, но что-то у вас вообще, он голема думает выбрасывать? Нет, он слегка дебил, что поделать. Да выбрось, пожалуйста, голем, ну серьезно сейчас, а? Да вам забить надо на левую и идти по правой сейчас. Да вот что он сейчас делает, а? Ай, блин, да ну я нах, жду, ну... Я жду, пока он голема выбросит, ну серьезно. Это испытание хоть когда-нибудь мы пройдем, что за дичь? 33 секунды. Да что вы ничего не сделаете, у вас нету ничего нормального. Да я ничего не делаю, это он, блин, такую дичь творит сейчас. У вас даже одна ракета. Если было бы хотя бы две ракеты, может еще шанс бы был. Хотя вот если пламенный сейчас пройдет. О, нифига себе там атака. Блин, это ж надо было. Такую атаку завалить, серьезно. Да. Блин, я еще скосил ракетой. Чтоб ты понимал, второй противник, он даже две карты не использовал каких. То есть они вас настолько изи разобрали. Ладно, давай, последняя атака. Если не проходишь, то все, ну и нах. Соберись. Тот у напарника моего. Вот 3700, Вань, ты понимаешь, я говорю... Давай, пошли уже, смысла нету противник ныть. Противник 2200, подожди, противник 2200. И еще один противник 2700. Да пошли в атаку, плевать, ну да, ну я бы. Я ну... в атаку. Что тут поделаешь? Шарик или палач? Шарик. Или у палач. У противника уже есть дракончик, то есть по воздуху у них нормально. Ну тогда шарик нету смысла брать. Да, я тоже думаю об этом. Следующая карта. Вышибала беру. Вышибала, да. Отдал мортиру. Ух ты, блин, надо было шарик брать. Потому что у меня сейчас лава будет. Либо коргик, либо лава. Ну, скорее коргик возьми. У него будет лава плюс шарик, ты понимаешь? Еще плюс дракончик.
Ну да. Блин. Нельзя никак отдавать. Блин, хоть бы напарник у тебя был нормальный. Так. Да, должен О, мне, быть. кстати, вот этот Walking Pet подбирался, по-моему. Ух ты, у нас еще орда мух. Пожалуйста, пусть. Ну давай, ни пуха, ни пера. Спасибо. Мортира. Ну нормально, нормально, начало, все четко. Кстати, мортиру это ж я отдал. Да я знаю. Так. До пламенного. Палач Да, молодец. пламенный у него есть, кстати. У него пламенный вот прямо сейчас есть, и нифига он не делает просто с ним. Вот просто он как бы есть, но ты понимаешь, что он есть, да? Да, стрелы вообще красавчик ему. Стоп, пламенный у кого? А, у У противника. него, А, я у же тебе сказал, что у него напарника. есть. Так это хорошо. Пламенный это хорошо. Блин, вот мега-рыцарь, конечно, еще тот предатель. Хотя нормально, задефали. А, что мы имеем? Пока мы имеем больше урона по правой стороне. Это, конечно, плохо. Ох, у нас хоть запись идет? Да, идет. Пак. Ух ты, блин. А? Вау. Это я кинул стрелы, ё-моё. Это я спас всю ситуацию эту. Так, хорошо. Да, и зачем это все сейчас? А, не, нормально, нормально. Покажу все Бревно четко. нормально. Да, бревно, Тычку, конечно, тычку, гигант послал. тычку сделал, офигеть. Ой. Страшно ведь. Угу. Слушай, реально, что так напрягли, вообще жесть прямо, а? То есть, я не понимаю сейчас, что мы делаем. Ну все, отдышались, спонс. Давай, пожалуйста, пойдем нормально. Да, вам надо забить на правую сторону, там нету смысла. Не, ну Блин, лег. ты мог бы потратить орду мух и задефить у него орду мух была. Ой, Обычный господи. деградат, а. Господи, гигант. Ой, зачем? Не могу это смотреть. Давай, давай. Вот сейчас, Ну кстати. кинь орду мух, ну алё, ну у тебя сейчас есть орда мух. Фаербол потратили как раз. Господи, что там Орду происходит? мух кинь! Он тебя не слышит. Что там происходит? Я не Нафига ему? понимаю. Ты понимаешь, что он взял орду мух, и он нифига не делает с ней? Он Господи. взял ее! Нет, ну 15 секунд, ну алё. Орду мух кинь, ну пожалуйста! Я тебя умоляю, пожалуйста! Пацан, давай, 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 давай! Давай, 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 Да! фу! Продеваем, сказали нам. Оу, осторожно, да? Господи. Господи, как сложно! Конченые испытания, я его ненавижу. Какая попытка уже? Так хрен Я не узнает, знаю, давай, как. давай, давай, давай! О, давай! Четкий заход. О, да, он, блин, знаешь, как он откинулся. Орда миньонов. Слушай, ты сейчас бы не Видел рас... это, да? ты бы не Прям вот видел. расслаблялся, сейчас будет этот. Я знаю, я знаю. Я ж чую и жду. Коргик. Ой, еще и Голем, блин. А торнадо есть? Нету, к сожалению. Обидно, да? Угу. Так, вот сейчас нормально, нормально. А что у них по спелам? У них фаербол, зап, отлично, они не добьют. Они не добьют, у вас все шансы. Давай, тащи, твою медь. О, опа, сейчас шанс. Я вообще не понимаю, что там на карте происходит. Это просто... Это просто... Просто... Это просто... Наконец-то! Аллилуйя! Использовал Мы вообще потратили... Мы фармацию. потратили 4 часа на это испытание. 2 часа я пытался, 2 часа Влад пытался. Фух, я захожу на аккаунт. Ну что, ребятки, вот так вот прошли это испытание. Давайте теперь открывать сундук. Значит, какую легу я хочу? Значит, я хочу шахтера, я хочу кладбище, я хочу ночную ведьму, либо мега-рыцаря, либо ледяного колдуна, либо дровосека. Короче, я все хочу. Че тут? Да поехали, давайте, открываем. Фух, давайте, поехали. Блин, ну и вообще испытание, честно, я даже не завтракал, проснулся в 9 утра, а сейчас уже 4 вечера. Пламенный дракон, спасибо за такое дерьмо. Спасибо. Давайте откроем теперь обычный сундук. Может, тут лего выпадет? Конечно, тут даже эпик не выпал.
В общем, все мои старания, все вот эта трата времени была ради пламенного дракона и ради... Ради чего? Ой, господи, ладно. Ради видосика это все было, ради вас. Старались, потому что у меня есть канал, я должен был записать про это испытание видео, вы должны были увидеть этот ролик, поэтому поддержите, пожалуйста, лайком, ребят. Я вас очень люблю, всех спасибо за просмотр, желаю вам удачки. Кто хочет заказывать буст, заказывайте. До новых встреч, всем пока.